Написала Татьяна, Варламова. Читаем мы Егор, Олег, Павел, Мирослав, Самир. Дети шли домой из школы, несли по двойке, вот досада. И друг сказал, чтоб стать веселым, здесь позитив увидеть надо. А где найти такое диво? Мне позитив не попадался. Скажи, он страшный и красивый? Я с ним ни разу не встречался. Чудак ты, брат, ведь он повсюду. К примеру, двойка приключится, но я грустить о том не буду, ведь у кого-то единица. Да, есть в портфеле двойка, но если мыслить позитивно, она одна, всего и только. Нельзя за это нас отчислить. Ты понял? Не грусти напрасно, плохом хорошее найдется. Ведь жить на свете так прекрасно, все непременно обойдется. Смотри, огромная ворона над нами в небе закружила. Прикнись скорее под веткой клена, она и тут ой-ой, пятно, вот день бедовый. Костюм испачкан, как противно. Пиджак уж точно купит новый, и это очень позитивно. Ну что ж, пойдем футбол сыграем. Я вижу игроков на поле, мы с ними вряд ли заскучаем. И позитив найдем в футболе. Кидай, пасуй, очки разбиты. Как жаль, но гол забит красиво. Зато с противником мы квиты. И тут навалом позитива. Мою ладонь мечом задели, и палец ноет постоянно. Зато меня на 2 недели освободят от фортепиано. День минул, нас в портфелях ждали. Предлог, глагол, инфинитива. А все мы воздухом дышали и находили позитивы. Мы позитив весь день искали. Домой пришли примерно в 6. И тут нам папа показали, что негативы тоже есть. Которые даете, за то с таким старанием предмет преподаете, за мудрость и терпение, за ласку и заботу. Пусть море вдохновения приносит вам работу. Кто нас учит, кто нас мучит, кто нам знания дает? Это школьный наш учитель, удивительный народ. С вами ясно и светло, на душе всегда тепло. И простите, если в срок не был выучен урок. От души мы поздравляем наших всех учителей. И здоровья вам желаем от проказников детей. Нам, учитель дорогой, ваш характер нравится. Кроме вас никто другой с нами не управится. Вы добры и справедливы, вы во всем пример для нас. Самых лучших чувств порывы выражает вам наш класс.